Напомню, что мы по-прежнему на панораме 360, друзья мои, и этим гордимся, потому что таким образом Авторадио стало самой высокой радиостудией в Европе. Вот тут должны прозвучать аплодисменты от наших гостей. Хотя их, конечно, этим не удивишь. Итак, у нас в гостях сегодня продюсерский дуэт Филатов and Keras. Дмитрий Филатов, Алексей Осокин. Ребята, добрый вечер. Привет. 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 Мы сегодня не одни, мы сегодня со Светой и Алидой, и у нас еще будет специальный сюрприз для вас. Так, интересно. Пугаешь? Хоть кто-то стол накроет. Ну, нет. Посмотрим. Нет? Все-таки времена тяжелые. Все впереди. Хорошо. Ребята, вы сами заявили, не так давно, кстати, что являетесь самым востребованным российским проектом за границей. Но мы этого не заявляли. Так, хорошо. Кто-то заявил. Кто-то заявил. Дим, ты согласен с этим, Алексей? Нет. Ну, есть много ребят, которые гастролируют. А сейчас, по-моему, никто не гастролирует, поэтому все равны. Поэтому каждый может сказать, что мы когда-то могли, бывали и так далее и тому подобное. Но у нас реально были большие туры. Вот сейчас все в равных условиях сидим, турим по Москве. Вот так. Слушайте, ну в этом году вашему дуэту 8 лет. Больше? Больше, почти 10, наверное. Ну, вы же в 12-м образовались, вроде как, опять. В 11-м, по-моему, мы вот первый трек сделали. Ох, Википедию почитайте про себя. Кстати, Википедию пишем не мы. Это уже, вот они поэтому и правду пишут. Можете вносить коррективы. Но в любом случае, банальный такой вопрос, как по Ильфу Петрову, как вы работаете вдвоем, как вы пишете вдвоем, как вы создаете треки вдвоем? Сидим в студии, работаем. Кто за что отвечает тогда? Слушай, ну мы, в общем-то, мультифункциональны. Иногда работаем в режиме китайцев. Один спит на диване, второй работает, потом меняемся. Хорошо. Мне больше нравится, там, не знаю, сочинять песни, подбирать звуки. Лехе больше нравятся вот технические части там. А я чай подношу, когда он сочиняет. Тоже кому-то надо, да, конечно. Слушайте, помните, мы вам звонили же, когда была вот эта самоизоляция. Вы торчали в студии. То есть, в принципе, вам пандемия, не пандемия. Вы все время работаете в студии, окей. То есть вы как бы не выпали из процесса ни грамма. Для вас этот период самоизоляции, удаленка, дело абсолютно привычное. Ну нет, когда он начался, мы прям кайфовали. Вот когда всех заперли сидеть дома и сидя первый месячишка прям в кайф пошел. На пятой точке, да? Ты можешь спасти планету. Нам показалось, что это очень круто. Так. Мы пересмотрели, по-моему, все сериалы мира, переслушали всю музыку мира. Да. Я расчехлил PlayStation, было кайфово. А через полтора месяца уже начало душить от этого. И все, мы начали что-то делать. Понятно. Ну и то, что вы сделали, соответственно, и за это время мы сегодня, я надеюсь, услышим. Давайте представим первую композицию, которая, кстати, летом реально взрывала хит-парады, да, и, собственно, ну, настоящая летняя песня, да, скажем так. Давайте сейчас представим. Да, мы ее планировали, собственно, выпускать в мае, чтобы она к лету качнулась, но из-за всех этих задержек, всех этих локдаунов пришлось ее сместить на вторую половину лета. И все равно успели. Успели, и даже успели клип снять, когда еще солнышко было. Так что, ребят, летнего вам всем настроения. Песня называется «Чилить», и сейчас мы ее вживую на Авторадио исполним. Дурак, представляй маршрут, где только твой проложен путь.
где ты когда-то счастлив была, если мне был путь. И нечего ждать, ведь время же не бесконечно. Пора улетать и стать, и подумать о вечном. Подальше от того, чтоб силы набраться, вернуться и снова надолго остаться. Километры дорог нам заменят мир. Где мы будем чилить, где мы будем чилить? Там и море, песок и релакс на стиле. Нам так нравится там, где мы будем чилить. Километры дорог нам заменят мир. Где мы будем чилить, где мы будем чилить? Там и море, песок и релакс на стиле. Нам так нравится там, где мы будем чилить. Закат улетаем туда, где тает заря, туда, где рассвет накрывает моря, накрывает моря. Километры дорог нам заменят мили. Где мы будем чилить, где мы будем чилить? Пальма, море, песок и релакс на стиле. Нам так нравится там, где мы будем чилить. Где мы будем чилить. Нам так нравится там, где мы будем чилить. Где мы будем чилить. Нравится там, где мы будем чилить. Филатов НКС. Отдельное спасибо хочется сказать ребятам за доброе чувство патриотизма в этой видеоработе, потому что понятно, что этим летом какие-то Майами. Могли бы, конечно, в Майами снять там красиво, как всегда. Могли, да? Да, но они взяли настоящий мотоцикл «Урал». Понимаешь, вот это я понимаю. Четыре штуки. И взяли красиво, как в Майами. Вот, чтобы чилить по-настоящему, по-русски, на Уралах. Вот это настоящее. С коляской. Конечно. Продолжим чилить через пару минут. Итак, Филатов НКС у нас в гостях сегодня. И ребята обещали нам исполнить сегодня только те композиции, которых еще не исполняли у нас в студии, у нас на Авторадио. Поэтому сегодня реально для нас новинки будут звучать, особенно сейчас, да, премьерная песня, я так понимаю. Да, у нас сегодня, во-первых, премьера была «Чилить». Да. И, соответственно, премьера песни «Биба Нирвана», которую мы вообще никогда не исполняли. Поэтому давайте там, стоящие в пробках, поддержите нас гудками. Давайте. Музыку погромче. Feels when I
премьера «Be My Nirvana». Ты же делал официальные ремиксы кучи популярных наших артистов шоу-бизнеса. Это Филипп Киркоров и Алла Пугачева, и Мумитроль, и многие другие. Сейчас, вот в это непростое время, обращаются к тебе звезды нашей эстрады? Но сейчас за... Есть Филатов и Кэрос. Хорошо, обращаются, к вам обращаются, за официальными ремиксами, то есть все хотят но быть на волне. Не всегда мы соглашаемся. Это что... понятно, потому что нечего накручивать лайки. Нет, подожди, подожди, почему не соглашаетесь и кто обращался, может быть, в последнее время? Кто обращался, не скажем, а почему не соглашаемся? Давай скажем. Что изначально песня должна понравиться. Ну, сейчас, Дима, вот, внимание, признание. Звонил Арам, великий и ужасный менеджер Бузовой, предлагал И тут фраза «песня должна понравиться», понимаешь, ставит вот такую черту. И я говорю: Арам, пожалуйста, нет, ну, пожалуйста, не надо, она нас утопит. Ну, то есть, она такой монстр, что просто она по нам проедет, как, знаете, такой танк, и от нас ничего не останется. А могли бы раскрутиться за счет Вольги-то? Ну, слушай, мне не кажется, что это наш путь. Хорошо. Рубрика «Магия в вашей жизни». Продолжаем опять-таки разговор о ремиксах. Говорят, вам предсказали ремикс на Backstreet Boys. А, у нас была интересная штука. У нас был промо-тур в Европе. Где-то в Варшаве на одном из мероприятий попросили сделать видео с каким-то известным фокусником. Иллюзионистом, да, местным, польским. Зовут его Magic Y, у него там почти миллион подписчиков в YouTube. И, короче, он сделал два фокуса, один с резиночками, который мы в TikTok выложили. Ну, он примерно понятный, там ловкость рук. И два фокуса, которые я никогда не понимаю, как он это сделал. То есть он достал колоду, говорит, загадайте, вот прям при нас. Ага. Говорит, загадайте две карты. Я думаю, сейчас загадаю туз бубей. Думаю, не, он, наверное, этого психологически ждет. Я загадаю какую-нибудь картинку случайно, там пусть будет, ну, цифру, пусть будет 6, там, червей. И Леша тоже загадал, по-моему, даму треф. Он достает колоду прямо при нас, там на видео все есть. Вот так-то раскладывает, там две перевернутые карты. На одной написано Филатов, на другой написано Кэрос. Переворачивает, это те самые, он нам их подарил. Но самое страшное было за эфиром. Я говорю, как ты это делаешь? Я подошел, говорю, ну, слушай, ну хорош, мозги потреть. Он так поднес руку к голове, зажав, значит, два пальца так у виска. А на этих пальцах, говорит, ну, твою карту я, говорит, ну, просто угадал, а его карта мне приснилась. И вот здесь вот на одном из пальцев, значит, у него татуировка дамы крестей. Ольга Бузова. Я говорю, это что такое? Что ты мне голову морочишь? Он мне подносит реальная татуировка. Да то есть, может быть, совпало. Вот, то есть, он не мог никак успеть это сделать. Не мог обмануть. То есть, он нам голову морочил даже за эфиром. Я не понимаю. Подожди, Дим, но все-таки давай скажем, что вначале он вручил вам конверт, где было написано... А потом вас спросил, на какую группу, на какой хит вы хотели бы сделать, там, допустим, следующий ремикс. Да, и не то, чтобы мы хотели, говорит, просто назовите какую-нибудь песню. Может, вы на ее делать ничего не будете. Просто мы такие, ну, окей, Backstreet Boys, I Want It That Way. И в конце открываем конверт, там написано. Да, при том конверт лежал у Леши в кармане. Все. По-моему, вопрос с тем, кто накручивает, откуда появляются лайки, сейчас отпадает сам собой. Друзья, мы продолжаем. Хорошая идея, кстати. Magic Filatov and Kellis у нас в гостях. И следующий трек прямо сейчас. Следующий трек называется «Как утром я солнце». Солнце, ночью я лунный свет. Я существую где-то, но на земле меня уже нет. И глядя в небо, ты нарушаешь мой покой. Дыхая лето, ты дышишь мной. Небо.
Утром я солнце, ночью я лунный свет. Я существую где-то, но на земле меня уже нет. И глядя в небо, ты нарушаешь мой покой. Вдыхая лето, ты дышишь мной. Могу сказать, что панорама 360 хороша вот в любое время дня и ночи. Прекрасные виды, друзья, так что приглашаем. Именно здесь находится наша студия. Итак, говорят, Филатов & Кэрис у нас в гостях. И на сцене появился... Сюрприз! Сюрприз! Какой-то хлопец, который, я слышу, говорит на английском языке. Ребята, хлопец. Представьте, пожалуйста, да. Это Джо человек? Эдвардс, прямиком из Лондона. Мы его сегодня привезли. У-ху! Получилось так, что специально на концерт Авторадио это тот самый представитель вокалиста. Так понимаю, да, вокалист Deepest Blue. Оригинальный голос. Как повезло все-таки, что правительство разрешило летать в Лондон, да, в Танзанию. Даже мы из этого пользу извлекли. Ребята, ну раз человек прилетел, нужно устроить сейчас премьер на волнах Авторадио, потому что, ну слава богу, ты пришел, да, можно хочется сказать. Ни разу в России мы вместе не исполняли этот трек, так что сегодня такая вот... Абсолютный эксклюзив. Да и вообще мы нигде его не исполняли, кроме как в Ютубе где-то на карантинных записях. Давайте глянем. Филатов & Кэрис, Deepest Blue, Give It Away. Here we go, here we go. To love somebody, now all that I need is all I see in you, and only you. And if you're lost, I'll always find you. You're all that I need, your heart will keep you true. My only you. You make me fall and I can't sleep. You want it all, but it's too deep. And I can't give it away. I just can't give it away. When you slowly close your eyes, replay. I'm giving it all away. Fill it up and carry on. Here's the camera trial. They forget to love somebody. Now all that I need is all I see in you. And
on the way. I'm giving it all away. 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 Woo! Evan Carrison, Deepest Blue. Ребята, можно попросить, пользуясь случаем, раз человек прилетел специально из Лондона сегодня на нашу вечеринку на Авторадио, может, еще одну песню тогда сразу? Мы сделаем, да, еще одну сразу. И Джилл любезно согласился спеть две наши песни. Может быть, аудитория знает две сразу, но одну, по крайней мере, точно. Начнем от меньшего к большему. Time won't wait. Deepest Blue и Filatov & Carus. Продолжение вечеринки через пару минут. Так, дуэт Filatov & Carus у нас в гостях. И ну и сразу же хочется сказать то, что действительно 24 октября в Москве должны были состояться концерт. Концерт должен был состояться в Известия Холл, но, к сожалению, его по понятным причинам придется перенести.
На какой-то там срок, да, Дим? Да, дата еще неизвестна, потому что мы ждем, пока объявят какие-то или не объявят меры. Но артисты... Я думаю, что это в любом случае будет в 21-м году. Но артисты слетелись уже, понимаете? Артисты уже слетелись, да. Гарик должен был выступать, он к вам завтра придет. Видите, Джоэл Бурита уже сегодня пришел. Так что полный набор в авторадио в студии оказался. Да, да. Спасибо, кстати, вам за это, да. Да, пожалуйста. И у нас, напомню еще раз, Джоэл Эдвардс прилетел специально из Лондона. Проект Deepest Blue сейчас уже действительно всемирно известный благодаря, опять-таки, композициям, которые мы только что слышали. Хочется спросить у Джоэла, как у вас там с масочно-перчаточным режимом? Выгоняет ли вас из автобуса, если вы входите в автобус без соответствующих, так сказать, средств защиты? Do you wear masks and gloves in London? Do you wear masks? Yeah, yeah, absolutely, absolutely, yeah, yeah. I've got one here. Where's my usual one? Кто-то у него, похоже, подрезал. И маска. Не, маска здесь нормально. Он принес маску, в которую он обычно ходит. Ну-ка, говорит, его там люди шугаются по улицам. Это выглядит маска, это вот надевает. Это шапочка. Шапка. Это куклукслан какой-то. Прорезь только глаза, и все. Слушай, ну это шикарно. Пусирает, знаешь, такое. Да. Шикарная идея, надо у нас тоже внедрить. Роспотребнадзор, я думаю, будет доволен. Ой, слушай, у нас и так много шикарных идей. Роспотребнадзор будет доволен, а вот те, кто смотрит за соблюдением, там же по камерам обещает, не очень. Потому что как его узнать? Джоэл, а штрафуют ли вас на 4000 рублей за отсутствие? Do you have fines for 1000 rubles? Yes, sure. Нет, он сейчас возмущался, что сколько у вас людей на улице. Как круто, как я люблю Москву. У нас, говорит, в Лондоне вчера вот я шел, говорит, в метро 4 человека ехало. Во всем поезде. Ну, сравнил лондонское метро и наше. Ну, что там, господи, лондонское метро. Да, бывали лондонское в этих метрах, там даже кольца нету. Давай напомним, запустилось, когда у нас отменили крепостное право. Вот, именно, так что... В 1861 году. Ну, а сейчас не надо переводить это. А сейчас на самой высокой радиостанции в Европе прозвучит еще один хит от коллектива Filatov & Carrez. Ну и, конечно же, нашего гостя Джоэла Эдвардса из проекта Deepest Blue. Спасибо большое. Платиновый трек «АУ».
от Филатова и Кэреса. Спасибо огромное Джоэлу Эдвардсу. Thank you so much, Joel. Да, и можем сказать, пускай остается, скоро же все равно новогодние вечеринки, ну какие-то будут. Все лучше, чем в Лондоне сидеть, правильно, заперти. Там 4 человека в метро. Зилки, I'm welcoming you to stay here. Yeah. Until the New Year's Eve. Thank you very much. Будет спать здесь в углу. Спасибо, друзья. Это был Филатов & Кэрос. И, конечно же, шоу Мурзилки Лайф. На этом, к сожалению, подошло к концу. Но до новых встреч в эфире, друзья. Счастливо. Пока.